Наступна імпровізація називається «Шокери». Власне, шокери саме ми і одягнули на наших імпровізаторів. Вони в них на руках, вони б'ють боляче струмом. Давайте спробуємо зараз. Готові, хлопці? 3, 2, 1. Ні? Не виходить. А ну-ка ще. Саня, лучший. Спасибо, що... Володя. Вони таки б'ють струмом. Ти сказав, що не будеш. Ну, я один... Ну як, ми ж перевіряємо. Я не буду, я ж Янович. А ну, смотри, ні, ну вдар один раз. Не, ну, не бьет, будь пацифіст. Потому что он, потому что он хороший человек. Не то, что вы вдвоем. Дай мені. Дай я гляну. Смотри, тест не пройден дважды. Окей, а тепер щодо нашої імпровізації. Зараз я хлопцям видам завдання, тобто задам якусь ситуацію, яку вони будуть грати. Причому грати вони будуть наших гостей. А, Валік, граєш кого? Да? Тебе? Тебе? Так. А, Валік грає Саню, Вова грає Женю. Якщо вам щось не подобається в тому, як вони вас відіграють, яку ситуацію вони розганяють, ви просто б'єте їх струмом, і вони змінюють лінію поведінки. Все зрозуміло? Да. Рома, абсолютно. Я керую тобою, якщо ти раптом наважишся вийти. Я б не... Хлопці, ситуація дуже проста. Значить, Саня просить Женю стати хресним його доньки. А куди ми ліземо? Не знаю! Куди ми ліземо, Саша? Побійтеся Бога. Та це просто зараз відкривається оця частина і ми в ад просто. Хочеш так? Дивись, якщо перефразувати на народну мову, Саня просить Женю стати кумом. А? О, а так нормально. А так хорошо. Нормально. Стати кумом. Да. Норм. Готові, не готові, поїхали. Так. Що, мама хохотала подивитися, що? Прикольно. Вау! Клас! Так, дизель-шоу. Ладно, просто в зеркало. Клас, молодець. Жека! Що, піднятися не можеш? Жека! Ха, здорово! Блін, чи ти кричиш? Я пароль забыл от твоего домофона. Просто позвони, я відкрию. А номер квартиры какой? 10-й этаж. А квартира? Напротив лифта. Сейчас. А, тут есть кнопка напротив лифта хата. Та просто позвони, я говорю, просто позвони, я беру тут и открываю. А! Сейчас спустюсь. Блин, 10-й поверх. 10-й. Твою мать. А, лифт. Здорово, Жека. Наше фирменное приветствие. О, давай. А что? Вау, да, да. Тебе поднимемся. Ну, на 10-й же, ну. Давай. Давай тут пообщаемся. Что ты хочешь? Сейчас я дверь закрою. Короче. 10-й уже. Просто. Не знаю, как тебе сказать. Ну, как знаешь, так и кажи. Я знаю, как тебе сказать, ага. Просто стремаюсь. Да что ты? Я знаю и четко, сейчас тебе все объясню. Но под бит. Сейчас. Акапелло. Давай я биток, хочешь? Нет, давай. Женя. Не меняй так бит, я не подставляю, не умею подстроиться так быстро. Янович, Женя, у меня есть предложение. Что ты делаешь в эту субботу? Что ты? Может быть, покрестишь мою дочурку? Там будут все. И даже Игорь... Не буду говорить это слово. Игоря не будет. Игоря не будет? Игоря не будет. Буду только я, ты и батюшка. И дочурка. Блин, постоянно про нее забываю. Подожди. Это что, типа, ты хочешь, я стал хрестным, что?
Ми що, куми будемо? Боже упасі. А як? І що тоді? Двоюродний кум. Сейчас такое практикуется. Смотри, ты малую не опускаешь в купель, ты просто держишь за руки батюшку, а он ее... Ты держишь, обнимаешь батюшку сзади, а он сам уже все делает. Ты его подбадриваешь на ушко. Двоюродный кум, ну это... О, приехали. Давай, пошли, зайдем додому, надо трошки отметить это все дело, ну шо мы... Да подожди отмечать, я же еще не знаю, где крестить. В церкви давай. Можем дома у мене ванна набрати. Та що там хрестить? Просто там наляпали чимось, наляпали, та все. І там сказали, типа, о, давай, все. Во ім'я там. Ну. Подожди, я взагалі думав, може в Іордан поїхати. Ти Никакого Іордана! Запомни! Куди угодно, тільки не в Іордан. Понял? Да! Ну, если сильно хочешь, то можно в Иордан. Не хочу я никуда ехать. Как хочешь, так и будет. Жека. Дома давай зайдем. Жека, я крестины делаю ради тебя. Ради себя. Ради себя. Я хочу быть отцом своей дочери. Так ты есть. Что ты тупишь? А мне сказали... Я не туплю, я про... Так, все, давай зайдем домой. Давай, давай. Расслабься, что ты нервничаешь? Фу, я не знаю, я не знаю. Успокойся. Так, гусь. Я сейчас лупану. Чуть-чуть. А, ты больно? А? Все. Чуть-чуть выпьем. Я ж не пью. Давай подивимося фільм «Кучерява я сью». Чим займаємося? Может, кальянчик? Кальянчик? Я, короче, закладку нашел, пока шел сюда. Давай включим горячую воду. Класс. Включим газ и покайфуем. Давно я так не кайфовал. Прикольно. Сейчас я дверь закрою. Окна тоже. И плиту. Что такое, Женя? Женя? Что? А что ты делаешь? Включаю газ. Газ включаю. Что такое? Ты нагибаешься. Плиту открывал. Ты чё? Нормально веди себя, Жень. Ты чё? Жень, мы с тобой братья. Ты что, не помнишь, как мы кровью с тобой братались? Помню. Ну ты все. Ничего, просто. На следующий день вы принесли дочь. Добрый вечер. Твою мать, ты опять забыл. Засыдимся. Есть. Дети мои. Есть, подождите, есть фотка. А? Есть фотка. Подойдет? Так. Це її фотка? Смотри, какая красотка. Ой, красотка. На. Ні. А що? Ти ще не хрестний. А що, через 10 минут поцілую. А як ви по фотці взагалі хрестити будете? А як ви забули дочь? Один-один, святой отец. Я і по удаленці працюю. Треба їхати. Ну, не можу я по фотці хрестити. Приїжджайте з дочуркою. Дякую, що показали. Може, та щас я... Може ви поїдете з нами? Секунду. Я хочу, щоб у вас ще по білотокам. Може... Господи, просто що не так? Що не так? Давай зганяємо, быстро просто зганяємо. Быстро зганяємо? Просто зганяємо. Єсть у нас время, скільки є у нас времени? Я взагалі вас не ждав. Час. Все. За час успеємо. Все. Такси! Та! Быстро! Сейчас я сфоткаюсь на Доболоне. Видео, я хочу сторис. На, Мольберт, рисуй меня на Доболоне.
Все, опускаемся. Блин, ну ты талантливый человек. Давай, быстро, быстро, быстро. Я тут. Она прям тут лежит. Так ты ж на крыше и забыл ее. Церковь, 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 церковь. Саня. На хрест, ориентируемся на хрест. Успокоил. Батюшка, мы на месте. Покажите, пожалуйста, как хорошо вы умеете крестить детей. Потому что мы будем снимать. Отец Роман. Снимай. Вдруг что-то не то сейчас будет. Стривайте. А я вже хрестив її. Жінка приходила. Тебе є жінка? А ми не знали? А хто хресний? А хто хресний? Я ще раз, я вас не ждав. Хресний хто? Хресний? Хто був жінкою? Педан. Педан? Никакого педана. Поехали до педана. Едем к педану. Лупаш ты, они зараз меня закоцают. Пацаны, бей их током, бей их струмом. Стоп, импровизация, стоп! Не, ну... У вас есть друг гей? Сталин! А кто в этом виноват? Канал уже Богадюка. Дизель-шоу. О! Смешно вам? Да. Дай грошей! И курагу! Ясно. Ага! Кто эти люди? Ты не можно! Пам-пам-пам! Да-да-да-да! У меня канал! Да, Богадюк! Боже, это что-то новое! Уровень, братан! Імпровізація казка. Дуже люблю цю імпровізацію, тому що я люблю читати дітям казки, але я так, як вони, не вмію. Зараз хлопці будуть розповідати нам казочку. Стару, добру, курочку-рябу. Курочку-рябу. О, вже почалось. Причому, знаєш, щоб ти не робив такий голос, я дам тобі образ окремий, спеціальний. Який? Бо я поясню, в нашій казці хлопці розповідають її в певних жанрах. Ну, наприклад, Валік, ти будеш... Валік буде розповідати в жанрі еротика. Ти сам цього захотів? Так. Рома, будеш сьогодні працювати на СТБ мелодрама. Рест. І для тебе, Вова, я придумав окрему історію. Ти будеш такий собі кавказький тамада. Хто перший? Рома Михайлович. Хто починає, давайте з Валіка. А ми зразу вийдемо. З еротики. Угу. Отже, казочка курочка ряба. Дуже сьогодні вибачте, вона має Вова. Вова підійде ідеально для початку. Кавказька народна казка курочка ряба. Поїхали. Високо, високо в горах жили старі дедушка і стара бабушка. Валік. Жили-жили, не тужили. Да добра наживали. Да на какие-то особые места нажимали. Бабушка с дедушкой не скучали. Рома? Они пересматривали старые фотографии, когда были счастливы. И так как моментов было немного, это была всего одна фотография. Они запечатлели тот день, когда им дали фотоаппарат и позволили сделать одно фото. Вова. Они любили фоткать все. Хачапури по-аджарски. Нитки кишвили. Шпирт задули. Но для хачапури нужно было яйцо. Валик. Дедушки на яйцо. Я сейчас объясню вам. Это награда. Эту награду он получил еще в 68 году. Золотое яйцо Беларуси. Дедушка любил все грузинские блюда. И даже хачапури, шпили-вили. Они захотели перекусить между... Вы понимаете, чем... Рома.
между неделями голода они решили перекусить. Они долго смотрели в глаза курицы и ждали, когда она снесет яйцо. Это была последняя надежда. Шли часы, курица, их старики не моргали. Дед смотрел в левый глаз, бабка в правый. Так они не спускали взгляд с ней. Вова. И в один прекрасный день одна маленькая, но гордая птичка чуть-чуть тужилась. Чуть-чуть напряглась, чуть-чуть глазик, капилляр лопал. Ну, яичко выкатилось. Яичко было непростое. Валик. Награда «Золотое яйцо Беларуси». Дедушка хранил его, эту награду, в самом укромном месте. Вот здесь, на груди. В какой-то момент бабушка взяла яйцо дедушки. Вова! Вова! Вов. И! Разбила хотела его! Чуть-чуть била, не разбила! Дедушка бил, не разбил. Прессовали, все село прессовало яйцо. Позвонили Тофику Джуджурскому. Он приехал, яйцо бил, не разбил. Борцу Арику позвонили. Задним бросал, душил, делал. Полевой, не разбил яйцо. Рома. Сложно представить, как им сложно было разбить просто сырое яйцо, когда силы совсем не оставались. Они смотрели на яйцо и просто продолжали стареть. Но здесь одна из мышей, которых в доме было много. Валик. Мыши плодились и плодились. Каждый день плюс 16, плюс 19 мышей. Ох уж эти ненасытные мыши. А вот бежала мышка и махнула далеко не хвостиком. Ведь мышка, у нее есть маленькая сися. Она же не мышонок, она мышка. Мышка бежала и соском махнула, и упало яичко. О, нет! Что же мы теперь будем делать, дед? Ну иди сюда ко мне, бабушка. Я знаю, что мы будем делать. Вова! Мы соберем всю нашу семью, накроем большой, огромный стол и будем праздновать, не плакать, потому что курочка сказала, бабушка, не плачь, успокойся чуть-чуть, сбавь, тормоз нажми, дедушка, стопани тоже. Я снизу проблемы какие, снизу еще одно яичко, но Рома. Уже нормально. Рома. Это конец сказки. Спасибо! Логично! Дякую, Ромчик, что переказал! Імпровізація називається «Не своїми руками». І знаєте, якщо я на початку програми тішився, що до нас прийшли дві красивих дами, то тепер я вам дуже вдячний, тому що ваше обличчя не шкода. Ні, шкода, а моє не шкода. Ви дуже класно смотритесь, парні. Да? Да, вот так вот. Мы планируем вообще шоу сделать. Давайте. Я бы сказал так, Маша, запам'ятай нас такими. Тому що зараз ми з Ромою будемо кулінарними блогерами, які будуть годувати Машу і Олю. До речі, так, ми це будемо робити. А що думаєте, просто так прийшли посидіти до нас?
Думаєте, я так буду відбуватися просто так? Треба буде їсти це? Так, Маша. І їсти ви будете страви індійської кухні. Ні. І все б нічого. Ми, може, з Ромою, то, щоб щось приготували нормальне, якби ми готували своїми руками. Але ж ні. Готувати ми будемо руками Валіка та Вови. Хлопці, на позиції. Давай. Тобі срака. Я знаю. Маленький факт. А, я літаючий педан. Бачите, як я вмію стрибати? Значить, зрештою, нам треба приготувати як мінімум або одну велику страву, або дві, щоб нагодувати наших гостей. Машу та... А чому ми не приймаємо участь в цій штучці? А хочеш, Маш? Хочеш, Маш? Ні, серйозно. Хочеш на моє місце? Просто вопрос. Ні. Тому що Сашу не жалко, а вас жалко. Це правда. Друзі! Отже, ми розпочинаємо наш кулінарний блог. Поїхали! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Привіт! Дами і господа, наконец-таки! Наконец-таки я молил, и вот сбылось. У меня в гостях Александр Педан. Да! Сашка! Я очень... Сашка! Мой любимый фильм «Тарзан». Саш, что? Опа! И... Вот эти... Саша, добрый вечер! У меня так в телефоне подписан. Ну что ж, Саша, мы сегодня будем... Саш, помолчи. Помолчи, я говорю. Значит, Саш, мы будем готовить сегодня индийскую кухню. У нас сегодня на столе, я быстренько, смотри, у нас, я все пальцем, у нас холодные томаты. Ох, холодно пальцем. У нас индийская кухня, дамы и господа. Индийская кухня, дамы и господа. И быстрый синхронный танец, Перевод, были два придурка на кухне. Так, все, хорошо. Итак, мы сегодня будем готовить индийский пирог. Пирог, мы решили приготовить пирог. Пирог, у нас есть много слоев, мы сразу доберемся до первого. Не жалко, я индийские мажоры мы. На широкую кулинарную ногу. У меня есть миска, давай что мы будем делать. Не принимаю участие. Ну, вначале мы сделаем, Сашенька, тесто. Я и хлеб. Тесто. Без сита, конечно. Зачем нам тесто? Так, тесто мы берем. Для теста нам нужна вода. Вода, конечно, вода. Я люблю открывать. Да, первый сорт. Вода. Хочешь, я... Я люблю открывать зубами. Это мой фирменный. Прикол, можно руками. Ну ладно. А, серьезно, да. Можно было так? Ой, Саш, вау. Я эстет, да. Размешиваешь руками. Размешиваем все. Я просто, меня называют комбайн просто. Жена меня называет человек-комбайн. Блядь. Что это было? Такое с возрастом бывает. Да. Значит, я Саш, думал, ты... Я старше. Значит, мы вымесили тесто, вот так вот вымешиваем, чтобы не было комочков. Только что. Знаешь, как проверяют, чтобы не было комочков? Как, Саш? Вот так. Ты что, съел тесто? Я видел. Нет, комочек еще надо повымешивать. А мы, Саш, реально у нас получилось тесто сделать? Да, ты не поверишь. Впервые, Саш, на нашем ток-шоу что-то получилось. Пока ты замешиваешь тесто, я хочу рассказать о специях. Это индийские специи. Здесь карри. Карри. И... Ох, праздник Холли. Магия. Друзья. И на Сашину сторону паприку. Так. Браво. Похлопайте. Спасибо. Так, Саша, пока ты замешивал тесто, ты взял сырую куру. Я взял сырую куру, и я ее, по-моему, боюсь. Она нападает на меня, кура. Меня обычно куры нападают. Сырые. Бьют. Я люблю. Это маска. Ты знаешь, вот я как веган, я понимаю. Бей себя, наказывай именно курой. Так, мы берем маленькие лепешечки из платья из куры. Нет, просто хочу имплантанты. Саш, как говорится, глажу грудку. Да. Спасибо. Значит, мы берем рис, маленькие кружочки, открываем молоко, сейчас очень важно. Это кефир. Кефир, выдавливаем кефир. Все это замешиваем, дорогие. Баланс, не трожь! Тихо. Сейчас, дебну. Да. Вау, раунд! Смотрите, вот так вот кефир будет чуть-чуть капать, сколько нам нужно. Ром, я все-таки хочу тебя спросить, как тебе этот размерчик? Нравится тебе вот отбиваем, такой? Отбиваем грудку на груди ради этого офигенного каламбура. Вот так вот, отбиваем грудку на груди. Саш, перестань. Саш. Хорошо. Ради тебя же, твои же спасибо. Руки. Саш. Спасибо. Так, мы берем первый слой, у нас рисовый кефирные на слойки.
добавляем немного томата. Немножко. Аккуратненько. Вот так вот. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Как дождик, дождик. У нас есть для этого специально, я тебе поднос придумал. Это первый слой. Клади, 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 молодец. Смотрите, как красиво. Накрываем второй лепешечкой. Второй лепешечкой накрываем. Держи в зубах, чтобы не... Мне очень нравится, когда ты ничего не говоришь. Я продолжу вести сам. Эх, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Иди Саш, скажу. Саш, ага. Ты долго так сможешь? Нет, я могу сбежу. Саш, краем глаза увидел, Поляковой нравится. Так, да, мы берем уже готовое карри. Уже готовое карри. Конечно, пробуем его, так все. Не переживайте, я его тоже жду карри. А у тебя моя ложка, ложь в а ты ложь в Нет. Нет. Какие говножоры. Саш. Саш. А я люблю много карри. Карри должно быть много. Второй слой карри. Отличная карри. Судя по карри, да, остренькая. Я возьму немножко с собой. Мне нравится карри. Возьму его немножко с собой. Чепотку, чепотку тмина. Ты тмина. Ах, что ж чепотку. Так, накрываем лепешечкой. Нет. Накрываем. Ой, я чихнула. Я чихнула. Тебе понравилось, да? Один вопрос, Саш. Это ты дунул? Это ты дунул или руки? Мне дунуть сказал какой-то голос. Это был не я, в меня вселился какой-то демон. Хорошо, хорошо. Попадет вам всем. Так. А это курица. Мы возьмем немножко курочки. Оп, как я? Я даже могу не смотреть, когда это делаю. Индия, она такая, да. Накладываем сверху курочки аккуратно. Саш, ты видишь, как я делаю все? Ты аккуратно. Очень аккуратный. Ты очень мега экспрессивный. Аккуратный. Ты прям... Очень экспрессивный. Нет, вот извини, пожалуйста, вот. Я просто давно не был в кулинарном шоу. Угу. Так. Сейчас сам себя дразню. А, вот это ты даешь, чувак! Почему? Дурачок какой-то, что ли? Да, мне нравится. Саш, тебе идет вот эта желтизна. Я всегда думал перекрасить. Знаешь, на что похож? Ты похож на средний цвет светофора. Ты вот стой, ты вот человек, приготовься. Хорошо. Саша, почему у нас все, что попадает мне в рот, такое острое? Это индийская кухня, чувак, да все острое, чтобы не отравиться. Нет, я ее не буду. Не, нормально, вода с красным перцем. Там очень много паприки. Давай пей, чувак. Извини, нет молока. Хотя почему же нет у нас молока? Не хочу я молока. У нас есть молоко. Конечно же. Оп, уже нет молока. Так. Морковочку подай, морковку, пожалуйста. Держи, две. Одну морковку. Одну тебе, одну мне. Пожалуйста, Саш, а ты... Не надо! Мне не нравится то, что ты сейчас делаешь, чувак. А что я делаю? Я смазываю морковку. Зачем смазывать морковку? Натираем сверху. Смотри, морковку. Короче. Молодец. Сверху, сверху, сверху. Очень красиво. Ты красава. Я вот, знаешь, я люблю, когда... Ты натиратель. И так тоже. И почему меня этот жест все равно ужасает? Мне... Достаточно, достаточно. Человек сзади сказал, плюнь в руку. Так, хорошо. Это голос, ты тоже слышишь? Берем сверху. И сейчас, я надеюсь, финальный верхний слой. Да, да, давай. Какой у нас финальный верхний слой? А мы возьмем имбирь. Немножечко имбиря. Видишь, такой у нас замаринованный имбирь. Мы его украли в суши-ресторане. Так, хорошо. Так, как украли? Саша, Саша. Нет, его... нет! Нет, Маша украдить. Говорит нет, значит не надо. Я такой человек, прислушиваюсь к Марии. Ага. Да. Сверху... Нет! Нравишься, да? И последний слой, последний, финальный слой, умоляю, последний. Саш, ну у нас же есть вот такая штука. Вот такую штуку придумали, да. Не обязательно. Сверху, сверху. Чем я хуже. Так, все, и все. Украшай, украшай, пожалуйста, зеленью немножко. Легко, легко украшай. Чеснок. Да, да, много чеснока не помешает. Вот, так вот, вот так вот. Сверху еще орешками. Орешками посыпаем. Изюмом, орешками. Мы же в Индии. Саш, сам сорви, да, сам сорви. Мне нравится, что все ты через вот этот проводник, твой рот, все к нам. Хорошо, и украшаем. Все. Девчонки. Девчонки! Давайте поаплодируем.